как в центре Москвы ездить по навигатору. Я стою возле адреса Балчук, дом 7, возле гостиницы Балчук. А Яндекс, навигация любая нам показывает, что мы стоим в аэропорту Внуково. И так будет происходить практически везде в центре, возле Кремля. Независимо, как быстро вы отсюда уедете, все будет зависеть от того, сколько времени пройдет. Минут через 5 связь наладится, опять восстановится навигация. Но если вы останетесь опять в центре, она по-прежнему уйдет куда-нибудь на Мичуринский проспект или в аэропорт Внуково. А мы стоим в центре Москвы. Проехал еще 50 метров и оказались опять на Мичуринском проспекте, якобы. Мы стоим также в центре Москвы. Посмотрим, что дальше будет. Без движения. Также навигация показывает, что мы в центре Москвы. Прошло, наверное, минут 3, навигация восстановилась, но не особо ведет по маршруту. Просто примерно иногда попадает на то, где я стою. Навигация почти восстановилась. В общем, если вы едете куда-то в центр Москвы, куда-то ближе к Кремлю, смотрите маршрут заранее, куда ехать, куда поворачивать. Потому что навигация пропадет, будете как, не знаю, короче, в полной прострации. Подъезжая к метро Добрынинская, до сих пор навигация не ведет нас. Вот, по чуть-чуть просто подрывается к точке. Вот, восстановилось. Прошло минут 5-6. Ну, за эти 5-6 минут можно уехать хрен знает куда в центре.